компания Ecosystem уже более 10 лет является ведущим производителем водосточных систем и аксессуаров для кровли. Ну, так, нужно начать с водосточных систем, наш рассказ. Вся продукция производится на высококачественном импортном оборудовании в соответствии с немецким стандартом DIN 18461. Сырьем для производства служит холоднокатная горячая цинкованная сталь с полимерным покрытием, медь и цинк-титан. Также в прошлом году у нас появилась новинка, это подшивка карнизного свеса, которая также изготавливается из стали с полимерным покрытием, меди и алюминия, тоже с полимерным покрытием. Ну и широкий ассортимент аксессуаров для кровли, такие как снегозадержание, системы подкровельной вентиляции и множество разнообразия декоративных элементов. Вот шпили, декоративные элементы для водосточной системы. Значит, как я уже сказал, сырьем для производства служит холоднокатная горячая цинкованная сталь. Толщина от 0,6 мм с двухсторонним полимерным покрытием Пурал. Поставщиком является финская компания Руки, которая уже более 30 лет выпускает стали с полимерным покрытием. Пурал – зарегистрированная торговая марка данной корпорации. Чем мы отличаемся от наших конкурентов? Ну, скажем, если мы рассматриваем как раз вот именно российский рынок, производителей водосточных систем. Во-первых, это то, что мы производим водосточную систему именно по немецкому стандарту. Различие в чем? Это глубина желоба на 20% больше за счет увеличенной глубины. Система водосточного стояка, то есть стыковка элементов, это система раструба в верхней части, а в конкурентной продукции, наоборот, сужение. То есть мы получаем при сборе как раз водосточного стояка внутренний рабочий диаметр 90 либо 100. Если сужение трубы, то внутренний рабочий диаметр, соответственно, уже получается меньше. Силовая конструкция водосточной системы – это 4-миллиметровые крюки, имеющие ребро жесткости, довольно-таки такая прочная конструкция. Широкий ассортимент разновидность как раз этих крюков, длинные и удлиненные, которые крепятся на основании кровельного ската до монтажа кровельного покрытия, ну, короткие на лобовую доску. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что мы производим декоративные элементы для водосточной системы, в отличие от конкурентной продукции. Такие как полукруглые заглушки, наличие функциональных элементов, такие вот как отвод. Ну и также силовая конструкция на фасаде здания – это капоты, выполненные из миллиметровой стали, усиленные ребром жесткости. Монтаж водосточной системы довольно-таки легок и прост. Его можно скачать на нашем сайте, либо рассмотреть в рекламном куплете. Что-то наподобие детского конструктора. Единственное, нужно соблюдать некие рекомендации, такие как шаг установки крюков, шаг установки хомутов. Соблюдать ширину карнизного свеса для установки промежуточной трубы. Также мы предлагаем услугу, наверное, как раз вот одни единственные на рынке производители водосточных систем стальных. Это услуга изготовления под заказ нестандартных углов. То есть углы желоба 90 градусов и 135 – это стандартная позиция, которая присутствует на личном складе. Мы изготавливаем нестандартные углы под заказ любого градуса. Если потребуется один угол, мы сделаем один. Если потребуется 10, мы сделаем 10.